Привет, Велеслава! Привет, ребята! Пока нету тренировок у нас по гимнастике, Велеславе обязательно надо тренироваться дома. Да! И она наконец-то согласилась. Итак, нам надо... Что сделать? Так сложно. Ты что, не узнаешь Велеславу? Так, давай-ка мы с тобой отработаем колесо на локтях. Червячок на животе и червячок на спине. Давай сделаем подготовочку. Смотри, ты должна будешь встать на локти и просто поднять ножку вверх вторую. Ну-ка, давай. Ну, я могу и так делать. Нет, давай подготовочку мы запишем. Вот, носочек тянем и возвращаешься на место. Хоп. Ну, давай. И раз, носочек тяни. Выше ножку. И сразу возвращайся. Вот. Чем выше закинешь, тем лучше. Ксияну не задень. И два. Закидывай, закидывай ножку. Вот сюда, да. Только... Ого, сама встала. Детёнка. Детёнка. Давай. Раз, два. Все. И раз, два. Умничка, да, только сразу носочек, пожалуйста. Ой, сразу натянутый. Нет, теперь второй добавим. Когда закидываешь ножку, второй ножкой отталкиваешься. Помнишь, я тебе показывала? Это значит, я должна встать на носочек. Да, а вторая ножка наверху. А руки на локтях. И раз. Ну, натяни носок. Ну, как ты показываешь-то ребятам? Вячеслава, вот сделай, давай. Пожалуйста, натянутым носком. Все ждут от тебя натянутый носочек. Волосик раз. Волосик два. Ручки два. И вот, и отталкивайся от пола. И одну ножку закидывай. Ой, господи, скажу. Раз, толкайся. Ну, ножку закидывай. Вот. Ну. Еще, только натянутым носком. Все получится. Расслабленные не получится. Вот твой тренер пришел. Где главный тренер? Ну, скорее, 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 скорее. Красиво, красиво. Давай, я тебе за ножку подержу, чтобы ты красиво встала. Давай, и... Ну, вставай. Вот так. Натяни. Ну, натяни. Вот, и возвращаешься. Попробуй сама. Последний разочек. Сияна опять. Сияна, ко мне ползи. И... Ну, закидывай ногу. Вставай. Вот, умничка, умничка. Возвращайся, возвращайся. Хорошо. А теперь уже сама. Да, сейчас только. Хе-хе-хе. Тренер наш. Иди сюда. Иди сюда. Ты там, вот, ползи. Проверь. Да, хочется, чтобы ты за ней поползла. И... Так, умничка. А теперь в другую сторону нам надо сначала потренироваться. Позакидывать. Я могу и так. Ну, проверь. Ну, попробуй. Вот видишь, не хватает подготовки, да. Поэтому надо позакидывать 5 раз. Потому что мне только в другую сторону легче. Ну что, ну ты же должна уметь в обе стороны делать. На всякий случай, да? Здрасте, приехали. О, сама встает, деловая. Ой, деловая, нет сил. И yes. Давай, не беси. Ой, спагат не села. Не беси. Надо все ударить об твои коленки.
Давай, делай подготовку, Велислава, 5 раз. Давай. Позакидывай 5. Пошла. И закидываешь просто. Поперечный шпагат. Раз. Вот. Возвращаешься. Возвращаешься. Мне неудобно делать шпагат. Ничего, тренируй. Найди, где там твой шпагат. И... Да куда? Куда? Нет. Колесо. Ту сторону. Руки-то. 2. А, куда вроде? Ну, Велислава, на меня ножку. На меня. Выше, вверх. Выше, выше. Вон туда смотри. Да, в окошко. Вон в то потянуть. Велислава, я посмотри, тебе пальцем показываю. Вот туда потяни ножку. Только вверх, вверх. Вот. Будьте здоровы. Давай. Поняла, куда тянуть? Пробуй. Да не туда. Вон то окно. Ножку тяну. Теперь уже? Подготовка еще разочек. Ну тяни ногу в окошко. В окошко. Носком натянутым. Фу. Вот, давай, давай, давай. Вот сюда. Вот сюда. Не косолапничать. Колено вытяни. Мама. Вот. Ты долго так стоишь? Ну, еще разочек, пока сама не сообразишь. Я уже сама могу сообразить. Ну, так сообрази. Ну. Ну, ногу-то куда тянуть? Вот, туда. Возвращайся. Молодец. Ну, а теперь пробуй колесо, давай. Закидываешь ножку вот туда. И делаешь. Закрой глаза и И представлю, как я сама делаю колесо. Давай. И буду делать так. Ну все такое. Вот. Вот. Ничего страшного, что она согнутая, зато хорошо получилось. Давай в другую сторону. Погнали. Ну, проверим. Yes. Рана согнула немножечко. Нет, ты в другую тоже тренируй. Будем двуногими спортсменами, да? Опс. Что задумала? Ну, давай, пробуем. Семир, отойди. И хобань! Дальше. Ну, давай, сделай прям хорошо, хорошо, хорошо. Широкий, широкий шпагат. Чуть-чуть назад отойди на тот. Назад. Окей? You understand me? Окей. Шпагат. Ой, это был не самый хороший. Ну, чего такое-то? Началось. Велислава. Нет. Давай, хорошо. Ну, ну-ка вытянись. Ну, почему согнутым? Вот. Ну, хорошо закинула, только осталось оттолкнуться нижней ногой. Мы подготовку тоже делали, что ты должна отталкиваться коленом, на котором стоишь. Закинула, как я? Закидываешь хорошо. Отталкивайся теперь. Отталкивайся. Руки подними. Отталкивайся. И вот это beautiful было. Все, оставляем так, умнички. Чуть-чуть пониже. Да, и пришла не на колено. Вот. Оп. Вот. А теперь очень высоко подниму и стану как положено. Ну давай уже последний раз и червячка делаем. Умничка, молодец, все. Так, значит, тебе нужно сначала отработать стойку на груди, с животика. Ручки вот туда выпрямляешь назад. Прямо смотри.
Еще, давай, 10 раз. Раз. И два. Руками раз. Раз. А почему руки-то вот так? Сбрось в пол. Опа. Да. Три. Четыре. Так ты их вытягивай. Назад. Пять. Шесть. Семь. А почему ноги в стороны? Была задача ноги в шпагат, что ли, делать? Ноги вместе. Семь. Да вместе, вместе. У тебя так высоко, хорошо. Ножки раскорячиваешь. Руки вытяни, вообще будет идеально. Восемь. Девять. И ножки вместе. Не разворачивай. Вот, вот, вот. Подожди, ты не закинула ноги высоко. Давай, давай. Ну, в стойку. Разверни ладошки. Разверни ладошки прямо. Пальцы прямо. Вот так все. Не надо голову. Давай. И ну, две сначала вверх, а потом поджимаешь. Сначала стойка на груди, потом поджимаешь. Ну, а толкаться ты чем будешь? Зубами? Елисава, ты зубами будешь отталкиваться? Давай я тебе помогу, маленький. Давай. Вот так. Толкайся. Еще раз. Толкайся потом. Толкайся, умничка, на ножку выпрями. Умница. Ну, ручки. Так. Ручками можешь в спину поставить. Ручки в спинку упрись. Теперь ноги в потолок, пожалуйста. Носки тяни. Носки тяни. Стой. Всем пока. Последний элемент не получился, потому что что? Лень. Это блок самого ленивого спортсмена в мире.